Всех приветствую, Адонис! Мы продолжаем проходить восхитительный Dying Light 2. Так, и нам надо спасти охотника. Где-то он в этом направлении. Пошел. Мельницу эту красную потом мы будем освобождать. Это все-таки уже второй уровень. Я, кстати, еще не смотрел никаких других летсплееров, стримеров. Как они относятся к этой игре? Надо будет глянуть. Я просто боюсь, что у меня мнение не свое будет, а навязанное. Поэтому ничего про игру не смотрю. Пока сам не поиграю. Я думаю, теперь можно. Вот так вот. А! А что за звук такой? Это он подмогу позвал? Зараза. О, это попа. Сортире. Хорош. Да, детка. Ух ты, скотина. Главное, чтобы сзади не обошли. Тебе пиздец. Да блин! Может это перебарить? Попробуй увернуться, уебаться! Это у него нож между глаз торчит, видите? Не дайте ему идти! Зараза! Так, подлечимся. От меня не уйдешь. Ты еле шевелишься. Это он умирая сказал. Ты еле шевелишься. А ну стой. Да блин. Смерть пришла. Выглядишь как живой. Да блин, я же жал блок. Может это перевалишь? Эй, прыгнул! На землю! Сосник! Я лишь шевелился! Попробую вернуться. Да блин, что это за удар такой? Неожиданный. Фух. Было очень напряженно. Блин, нажал на DPI понижение. И вы, ублюдки, тоже, да? Дайте-ка я биту возьму. Кстати, биту тоже надо улучшить. Электрошокером. Вот люблю такое напряжение. Когда битва реально опасна, и ты можешь проиграть. Удобно, когда они уже окукливаются, и остается чисто пакетик. Ну давай. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Это подойдет? Усилитель иммунитета. Ну, в принципе, эти события ничего такого суперинтересного. Во время записи можно их игнорировать.
прикольно заходишь в туннель. Тут вообще игра света очень классная. Наверное, из RTX-а. Зараза, не рассчитал. Так, ты здесь где-то? Угу. Так, Ганс. Ганс? Старый дурак. Ганс! Вон он где. Пожалуй, это реально лучший паркур из всех, что я видел когда-либо. Ганс! Это ты, Ганс? Что нужно? Ты пил эту воду? Да, черт возьми. На вкус как моча. Черт. Ганс, возможно, она отравлена. Один глоток. А потом я все выплюнул. Кажись, снова перепутал бутылки. Какая разница? Какая разница? Ты всегда так спокоен, когда тебя травят. Кому есть дело? Уж точно не моей жене. Думаю, она меня больше не любит. Это твой самогон. Держи. Твоя жена велела выпить. Да пей уже! Херня! Что? Жена велела? Моя Анна? Она думает, самогон достаточно крепкий, чтобы уничтожить яд. Ха! Бабёнка моя! Ха-ха! Она меня все-таки любит, несмотря на нытье и жалобы. А говорят, романтика мертва. Держи. За то, что поднял настроение. И спас мне жизнь. Помочь добраться домой? Не, все путем. Я с этой бутылкой еще не закончил. Посмотрите, какая милая история. Так быстро мы узнали о том, что у них плохие отношения. И так быстро мы их восстановили. Обычно все-таки приходится что-то сделать. А тут все на месте. Даже как-то слишком просто и быстро. Ну ладно, побежали в свой район. Тут болота какие-то. Жесть. Да типа у него наблюдательный пункт тут. Давайте разблокируем вот это сооружение, ветряк Ольха. Я думаю, как раз пора заняться этим заданием. Так, у меня есть идея, как его спасти. Если сверху попробовать ударить, сейчас посмотрим. Спасите меня, пожалуйста! Вот, вот веревка. Да, точно. Ну, где моя награда? Я думал, что уже умер. Спасибо, что спас меня. Блин, уже вечереет. Мне нужно где-то укрыться. Так, дом, да? Зараза. В смысле?
смысле? А почему я не убил его? Зараза. Тут и мины еще бывают. Ядрить. От монетки не взрывается? Нифига себе, зомби живучий какой. Ну иди посмотри. Зараза. У меня оружие поломалось, блин. Ты возьмем что-нибудь другое пока что. Ага. Так, где тут поспать можно? Тут же вроде был значок дома, не? Вот, да. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Да, блин, все понятно. Я думал, на бегу вылечиться можно, не? Эх, учиться и учиться мне еще. Так, а нас возродили тут? И тут поспать нельзя. О, как? Хреново дело. Тут написано отдых. Давайте все-таки попробуем туда сходить. И отдохнуть. А где моя отметка на карте? Что-то не вижу. На радаре. Ой, задница, да, ночью гулять не лучшее занятие. Вот, убежище. Так, и сюда они не забегают, да? Или сначала что-то сделать тут надо? А, завести генератор. Вот. Вот, теперь можно поспать. А я там шарился внизу. Ну что, поспим. Что за музыка? Вроде же наоборот спокойное время настало, не? Окей. Так, идем сюда. Небольшой косячок тут с этой музыкой.
Так, надо залезть, да, наверх. Ну давай, попробуем. Не так. А, это батут, что ли? А, это батут. Круто! Офигенно! Блин, это, наверное, самое интересное и остросюжетное залезание на вышку. Потому что тут ты реально можешь сорваться. Санчо Панса. Как они тут без меня жили? Залезть не могли на эту вышечку. Освещение все-таки офигительное. Сражение фракций. Активируя ветряк, вы создаете вокруг него безопасную зону и место для отдыха, защищенное ультрафиолетовым светом. Активированный ветряк превращает находящиеся поблизости бесхозные сооружения в сооружение фракции. В этих зданиях появляются торговцы, а также будут предлагаться новые задания, испытания и дополнительный источник света по ночам. Природа сооружений фракции зависит от того, кто контролирует район. Если вы еще этого не сделали, вы должны передать объект миротворцам или выжившим. От этого зависит, какие люди и задания там появятся. А, то есть миротворцы не факт, что плохие. То есть тут будет выбор между двумя фракциями, вау. Так, ну с этой музыкой что-то делать надо. Надо сейчас перезагрузиться будет. Так, интересно, где я появлюсь, если перезагружусь? Давайте посмотрим. Так, вот, нормальная музыка. И тут же, да, появился? Прекрасно. Чёртова дрянь! Сожрала все мои награды! Опять кустарный мачете. Да такой нытик. Может, тебе и наплевать. Повсюду одно и то же. Что ночные бегуны построили. Так, мне бы кто-нибудь отремонтировал мое оружие, если это возможно. Много месяцев не видел детей из-за дурацкого края. Так, ну ладно, пойдем в город. Может, там и отремонтируют. Точнее, если где-то и могут отремонтировать, то там. Всего центра. На базар, товарищи. На базар. Прикольный спуск. Mm-hmm.
А, это тот самый дом. Я уже забыл имя чувака. Никогда не верил, что ночные бегуны существуют. В сказке это все. Неужели так давно было? Сколько тут лет прошло? Лекарственные растения. Эйден, Эйден, скажи им! Тут уже разборки. Что происходит? Муж Бэбин умер. Джулиан был обвинен в том, что отравил воду и продал ему. Эйден, прошу, скажи им, что это не я! Джулиан невиновен. Зараженный упал в чан поставщика воды. И он спьяну продал Джулиану зараженную воду. Это не было убийством. Готов поклясться перед советом базара? Да. Где этот поставщик? Его нужно судить. Марка мертв. Я убил его. Тогда я закончил. Как-то странно, он Эйдену поверил так быстро. Я тебя прощаю. Этот козел Марка получил по заслугам. Спасибо, Эйден. Половина муки твоя. Муки пополам с гипсом? Что? Нет. Кто такое сказал? Ну да, один раз, но... Оставь себе гипс. Заплати мне, и мы в расчете. Хорошо. Расскажу, Бэбин. Тоже жулик еще тот. Но смерти не заслуживает. О! Какой-то молот. Второго уровня вонючая труба. Воняет гниющими разносчиками. Почему именно разносчиками? Урон по людям дополнительно. Так, надо сразу зачаровать. Ой, я не то зачаровал. Блин. А сюда я улучшение не могу добавить. Ну ладно. Так, еще какое-то улучшение там. Украшение, набор ингибиторов. Необычная безделушка, с помощью которой можно изменить внешний вид оружия. Давайте попробуем. А снять я не могу? А, я на что угодно могу повесить, да? Их бесконечное количество. Окей. Так, теперь мне важно узнать, можно ли восстановить мое оружие. Ужесточение. Обычная модификация рукояти. Утяжеляет ваше оружие, увеличивая его урон. Купим. Так, можно улучшить ножи метательные, отмычку или давать ужесточение. Хорош. Так, неужели все выкидывать? Раньше же можно было чинить пару раз. Так, а где древко? Почему я не могу улучшить древко? Так, вот. Ужесточение, необычная модификация рукояти. А там древко? А у чего тогда рукоять? Ладно, потом разберусь. Так, продать хлам надо. Окей. Ходят слухи, что ренегаты собираются напасть. А, вот, вернуть Лоли ее норковый палантин. Пущаю, сладит тут всех своим вокалом.
Ну, а вот и он. Моя бесценная норка. Ох, воистину тебя послали небеса. Лола снова счастлива. Ты заслужил награду. Хочешь, Лола вознаградит тебя песней? Вышла из кадра и вошла уже с палантином. Давай. Конечно, почему нет? Я сплю, и во сне ты ко мне приди. И останься со мной до зари. Серой горлицей ко мне. И да, дело не в палантине. Поскорей ты меня разбуди. Я так жажду твоей любви. Мое сердце бьется в груди. Да уж. Разве ты не заворожен? Не зачарован голосом Лолы? Скажем ей правду. А, к сожалению, это было ужасно. Думаю, вам нужен новый шарф. Шарф? Ты оскорбляешь Лолу? Это же норка! Но, возможно, то время, когда я была примадонной базара, уже подошло к концу. Правда бывает горька, но Лола ценит твою честность. Ты заслуживаешь более достойной награды, чем песня. Возьми. Лола благодарит тебя. Спасибо. Неожиданно. Но она не могла быть примадонной, если она не чувствует, что так хреново поет. Лола еще вернется на сцену. Вот увидишь. Так, тут больше ничего нету. Пора к Хакону. Да уж, не хочу в итоге пить твою мочу. Кто-то должен исправить ситуацию с водой. Блин, по привычке F5 нажимаю. Это не вытравить. Жаль, по головам зомби нельзя прыгать. Но я думаю, будет такая способность. Так, это сверху. Где там все ломится? Уроды. Интересно, залезу? Да, легко. Сразу посмотрим, что тут есть. О, еще одна кассета. Охота за яйцами. Свадебный торт для дочери. К сожалению, неделю назад
кто-то украл моих куриц. Понимаю, сейчас любая еда, вплоть до самого крохотного яичка, безумно дорога, но если какая-нибудь добрая душа поделится с нами яйцами, я буду очень благодарна. Берегите себя, Дарья. Блин, она так мило просит, что я ей хоть свои яйца отдам. Хакон. Ты карабкаешься даже лучше одной моей чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе, на телебашню. Ты про одну из своих жен? Почти. Слишком вспыльчивая, даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри, с этой крыши отлично видна база миротворцев. Миротворцы правят городом. Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другой частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь. Пока что. Значит, ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев? Миротворцы, твой билет в центр. Я говорил, что попасть туда можно только через метро. Я пойду первым и отвлеку их от платформы. А ты тогда войдешь на техническую станцию. Там есть шлюз. Через него мы и отправимся в Central Loop. То есть мы не можем попросить их нас пропустить? Без шансов. Любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира. Меня они знают. Я торгую с ними. Приношу лампы от девочек или товары из темных зон. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. Как он всегда интересное дельце подкидывает. Хороший мужик. Хакон, там тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Не очень большая и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. О, помню их. Мы ловили в первой части. Бедняжка. Но бегуны, насколько знаю, не атакуют. Они просто доедают. Так, куда бы тут сигануть? Зараза, ну заметят по-любому, да? Плохая идея, да? Да ладно! Зараза! Ни хрена не видно! А если я внутрь их скину? Они туда не хотят лезть? О, у меня новое оружие! Ударное! Хорошая штука. Так. О, как тут? Хоть кого-нибудь я там огулял? Ладно, полезли вниз.
Да уж, недоброе место. Бандит сбежал, события... Ай, фигня. События, как я понимаю, бесконечные. Нет смысла все их выполнять. Водка старого мира. Ценный ресурс. Зараза! Ох, у меня времени не так много. Да, надо быстрее идти. Но у меня есть там какие-то препараты, которые можно вколоть. Ну, я жму! Зараза! Я в туннеле. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Сейчас, если что, вколю. Тут не особо до лута. Зараза! Так, давайте вколоть. А, вот. Скотина. Эх, все плохо получилось. Так, а грипп, если съесть? А, дает эффект. Так, а это? Сломаем теперь уже. Вообще фигня у этих зомби. Иногда после убийства они еще встают, твари такие. Скотина. Никто там не проснулся? Нет питания. Ладно, пойдем скорее.
Действительно, зачем тут ползать, если можно пробежать просто? Ну, грибы не страшно, не пропустил. Так, где там ультрафиолет? Заразы! Придется отбиваться уже. Сложность реально не пустая. Так и должно быть. Я не привык к этим таймерам. Нужно подстраиваться. Хорош. Так, что тут вообще, как пройти? Ага, вот вижу. Ладно, когда прокачаюсь, буду по таким местам ходить без проблем. Буду все лутать, собирать. Сейчас надо спешить. Блюдки, еще просыпается. Хакон, я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. А вот теперь можно вернуться. Thank you.